Московское региональное отделение партии «Единая Россия» в преддверии 75-летия Великой Победы запустило сразу несколько акций. Одна из них – звонок ветерану. Депутаты по телефону поздравили участников войны и тружеников тыла. Также им были доставлены праздничные наборы. По просьбе депутата Государственной Думы Атари Аршба одинцовские парламентарии доставили подарки ветеранам. Приятно видеть наших ветеранов, то, что они в здравии сейчас находятся, хорошо себя чувствуют. И у меня вот прям как даже слезы на глазах от радости идут, то, что я причастен к этому делу, могу поздравить наших ветеранов, которые внесли большой вклад, чтобы у нас сейчас было чистое небо над головой. Ветераны традиционно приглашают гостей в дом, но только не в этом году. Сейчас они в группе риска. Это значит, что должны быть соблюдены все меры предосторожности. Маска, перчатки и бесконтактная передача праздничного набора. Здоровья вам, спасибо. Спасибо вам. За победу нашу. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».